Рада вас приветствовать в агроцентре Барнаул, расположенном на полях Алтайского государственного аграрного университета. В производстве мы используем сорт «Скипетр». Он хорошо кустится, морозоустойчив и обладает приемлемой урожайностью. Технология возделывания общепринята для зоны. Посев мы проводили 23 августа по чистому пару нормой 4,5 миллиона схожих зерен на гектар. Норму расхода препарата Vibrance Integral 1,75 литра на тонну определили исходя из фитоэкспертизы семян, которая показала, что зараженность семян возбудителями заболеваний не превышает экономического порога вредоносности. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Рассыпнов Алексей, КАМ-менеджер компании Сингента, территория Барнаул, Алтайский край. И сегодня мы хотели бы обсудить вопросы, связанные с применением препарата для обработки семян на озимой пшенице Vibrance Integral. Мы сегодня хотели показать вам ранний срок сева еще и потому, чтобы оценить эффективность этого препарата по максимуму. Потому что ранние сроки, сейчас вы видите, практически зеленого уже ничего нет, кроме озимой пшеницы. И, соответственно, все вредители и болезни, они притягиваются именно сюда. Препарат Vibrance инсектофунгицидный, с физиологическим эффектом. Цель обработки семян, в первую очередь, это раскрыть потенциал сорта, чтобы сорт раскустился в этом году. Также защитить его от болезней и вредителей. Переходим к планшету с отмытой корневой системой. Здесь несложно догадаться, где физиологический эффект, где у нас препарат и где у нас контроль без препарата. То есть вот это Vibrance Integral, это контроль. В результате наших учетов мы определили, что коэффициент кущения на Vibrance Integral выше, густота стеблестоя выше, масса корней на Vibrance 18 грамм, на контроле 7 грамм. То есть в разы. Что в итоге дает продукт Vibrance Integral? Ну, во-первых, яркий физиологический эффект. Развитие, сильное развитие корневой системы. Второе, и не менее важное, это сокращение нормы высева. То есть это прямая экономия семян. В итоге это полная реализация потенциала сорта, раскрытие его в виде максимального кущения.